на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знала, о ком я молчу. Но о нем говорить мама просто не хочет. Радио Пляж, эксклюзив. Переодеваются дома, в городе весна. Слезы холода на провода. Перепуганные души перепрыгивают лужи и спешат кто куда. Ты промокла до нитки, открываешь знакомую дверцу. Тебе некуда деться, хранишь тайну под сердцем. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если ты знала, о ком я молчу. Но о нем говорит мама просто не хочу. Как часто в жизни бывает, мы вырастаем, а потом прибегаем в тот дом, в котором нас любят, где нас обнимут и никто не осудит. И только той за окном, он под зонтом ищет твой дом, все расскажешь потом. Ему бы согреться, он тоже знает про тайну под сердцем. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если ты знала, о ком я молчу. Но о нем говорит мама просто не хочу. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если ты знала, о ком я молчу. Но о нем говорит мама просто не хочу. Люди хранят тайны, это не случайно. Приходить в отчаянии туда, где всегда ты был любим. Да, люди хранят тайны, и как бы ни банально это не звучало, ты бежишь ее открыть, самый родной. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если ты знала, о ком я молчу. Но о нем говорит мама просто не хочу.